Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Добро пожаловать под мою лампочку. Надеюсь, что вы прольете сегодня свет. Сегодня хотел бы задать вопрос каждому из вас о современных методах евангелизации. Массовая евангелизация, не массовая, ультрамодная, ультрасовременная, артистические, танцевально-пародийно развлекательное достижение со спецэффектами, лазерами и пушками, или классическая стадионная евангелизация, или музыкальная евангелизация. Современные методы евангелизации. Как евангелизировать, чтобы это привлекало людей ко Христу, не отталкивало? Вообще евангелизации в том классическом нашем понимании эффективны или нет? Да, евангелизацию нужно всегда проверять на предмет актуальности. Каждому времени, каждому срезу социальному жизни людей есть запрос на определенные виды евангелизации. Mm-hmm. И те, я называю так, адвентисты вчерашнего дня, которые делают только сегодня то, что надо было делать позавчера, а я уже не говорю завтра. Конечно, это не работает, безусловно. Mm-hmm. То есть многие методы у нас сегодня в церкви мы видим позавчерашнего дня, да? Однозначно. Но тут методы, они же вкладываются в финансовую часть всего, как обычно. Поэтому не всякий может себе позволить сделать шоу, мега-шоу, потому что это бюджетно достаточно. Но актуальность времени – это использовать потребности людей. И вот это самый эффективный современный метод евангелизации. То есть на том уровне, где ты находишься. Потребности людей. Да. Это самое лучшее. Мой пастырь как-то учил об этом, и он сказал, рассказывал историю про одного успешного бизнесмена. Как ты стал успешным бизнесменом? Почему? Он говорит, я в основу положил, что отвечать нужным людей. Я начал отвечать нужным людей. Я как бы на этом сосредоточился, и получается, они нашли во мне ответ. Есть нужда, чтобы их развлекали. Веселили. Сейчас телек все смотрят, почему? Чтобы развлекали. Сейчас развлечения столько. Да. То есть я как представитель. Евангелизация как развлечение. Я как представитель именно артистической среды говорю, что народ не хочет развлекаться. На самом деле нет. То есть классическая евангелизация. Придите, косынки, платочки, споем, поплачем. Это не классическая евангелизация. А для вас классическая, так на стадионе собрать евангелиста, прийти и исцелять, кто может? Такой, как классическая евангелизация не существует вообще. Потому что такое классика? Классика – это то, что было, всегда работает и всегда есть. Сейчас сформулировалось за последние, наверное, лет 30, 40, 50, стадионные евангелизации в Африке, Бонки, Янгрен, разные евангелисты, Индия, Африка приезжают, проводят большое мероприятие, стадион Бенихины и так далее. И вообще КПД, коэффициент полезного действия какой? Знаете, я музыкант-духовик. Угу. И был духовой оркестр в Баптистской церкви в советские времена. Там развивается. Хорошая подстава. И писал много песен инструментовок. Инструментовал для оркестра именно. Ну, там же специальные надо ноты для каждого инструмента. Но зал был маленький, битком забитый в церкви, как селедки там. Мы играли там в церкви, оно не звучало ничего. И однажды мы поехали в Бельцы и в Кишинев. А там уже были новые молитвенные дома, огромные, красивые, с акустикой. Как мы сыграли эти мои псалмы. Я прямо рыдал там. То есть я понял то, что иногда человеку нужно даже нам, служителям и проповедникам, делать стадионы, потому что это утверждает. Нас много, мы большие, мы что-то можем. Стадионы, мы не какие-то там. Уровень. Да, это важно. Движение. Постой. Проводит стадион, все в церкви вдохновлены. После стадиона через 2 недели собрание. Людей стало чуть меньше. Да. Несколько человек соблазнилось. Это в 99% случаев. Что соблазнилось, некоторые, кто-то устал, кто-то не понял, кто-то разочаровался, пошел на стадион, обещали исцелиться, не исцелился, все было классно, все вдохновлены, и часто от евангелизации стадионных, если 1% оставался, они очень радуются, евангелисты, 1%, да ты что, невероятно. Вот вопрос. Вы что думаете за массовую евангелизацию? Я за массовую евангелизацию, это очень важно, потому что именно в этом масштабе мы можем как-то донести Слово Божие всем,
огромнейшее количество людей, людям мы можем донести. Но то, что меня часто беспокоит, это, как сегодня сказали, коэффициент полезности. То есть, после евангелизации, что дальше? И тут часто я задаю себе вопрос, для чего евангелизация тогда? Для, чтобы мы могли иметь людей в церкви, то есть люди каялись. Но дело в том, что после этих больших евангелизаций, я замечаю, что в церкви вообще мало людей. Покаялись тысячи, и смотрят 5, а потом через неделю, месяц уже их нет. Надо вообще нет. Вы знаете, друзья. И поэтому у меня такой вопрос тогда, для чего нам нужно что-то присмотреть? Здесь. В каждой форме, в каждом формате есть свои плюсы и минусы. Угу. Скажем, интернет – это одна из новых форм евангелизации. Он виртуальный. Знаете, только через интернет хорошо знакомиться. Вот познакомился и хватит, но отношений ты не построишь. Это виртуальные отношения, это лицемерные, это неправда иногда, потому что можно написать все, что хочешь. А в жизни ты человека видишь. Поэтому евангелизация, каждая форма, она имеет и плюсы, и минусы. Вот так вот, польза с интернета – это знакомство, оповещение. Эффективность. Я думаю, если бы не было у нас в Украине больших стадионов в 90-е годы, то у нас не было бы сейчас такой свободы вероисповедания, как мы сейчас имеем. Но у нас были стадионы, и нет такой свободы вероисповедания. А у нас произошло это. У нас поменялось. Но. У нас поменялась ментальность, поменялась на высшем уровне. Это, подожди, еще, дорогой, еще несколько лет, и все, а и это, сюда законы придут. То, что у нас, потом в России, потом к вам. Я думаю, а вот в этом плане, вот здесь я патриот Украины. Я думаю, то, что ментальность людей все-таки у нас. Своя рубашка то ближе к для тебя телу. Евангелизация – это чтобы сохранить вашу независимость и свободу? Не только. Это показатель того, что вот украинская ментальность, если там делают много, значит, это хорошо. И народ туда идет. А это уже срабатывает дальше, следующие шаги делать. Потому что тогда, когда мы все маршировали под красные знамена, а потом все это развалилось, люди не знали, под что маршировать. Но последний раз Бонки приезжал и не собрали столько людей? Это реклама его, это уже тут менеджеры проиграют, немножко пролетели. Потому что люди-то раньше шли, потому что было интересно, а сейчас уже все, эти методы не работают. Все равно люди идут. Если правильно их цеплять, то они идут. Тут главное правильная мотивация, на что они идут. Конечно же, сейчас уже, когда люди все знают у нас в Киеве, им уже неинтересны эти массовые мероприятия. Можно я тогда... Есть другой момент. Я сейчас тогда против, поставлю другую совершенно. Я считаю, что стадионные евангелизации никакого эффекта для прироста церкви не дают вообще. Для прироста? Может быть. Ноль. Я провел 8 или 9 стадионных мероприятий по 3-4 дня каждый, да, по всей стране. Эффект очень маленький эффект. Но это сеет слово, это создает атмосферу, это разрушает почву. Да. Это для церкви еще очень важно. Порадоваться, на стадионе стоять, выступить перед 45 тысячами человеками. Ты часто выступаешь перед 45 тысячами человеками? Ну, как сказать? Вот. Ну, было. А вот когда вот церковь, наша группа прославления выступает перед 45 тысячами человеком, это как бы вдохновляет. Но человек 20 настоящих евангелистов, которые ходят, достигают людей, проповедуют, благовествуют, они сделали больше за один год, чем стадионное собрание с тысячами людей. Они больше приведут ко Христу через 1+1, личная евангелизация. Мне кажется, что личная евангелизация со времен Христа до наших дней, она самая эффективная. У меня медийный инструмент, телеканал, 4 спутника, сотни кабельных сетей везде. Больше всего людей обращаются это тогда, когда ты вот так лицом к лицу общаешься. Это сила, да, медийное оповещение, это классно, но что-то происходит с человеком, когда он слышит твой звук, тембр твоего голоса, и помазание чувствует, и Божье присутствие. 1+1 – это, наверное, пожалуй, самое сильное и останется навсегда. Вы знаете, что шоу сделать проще, чем подобраться к сердцу одного человека? Да. Это правда. Шоу сделать проще, да? Да. Мне сказали. А я сейчас наоборот думаю. Как бы шоу проще. Нет, да. Если у вас проще, я с вами дружу. Поможете мне сделать проще. Если потому я что рисую. На личном уровне, конечно, это задача наша каждого из нас. Но если нету большого шоу, нету вдохновения большого.
Но если нету большого шоу, нету вдохновения большого. Проблема, нету выхлопа большого. Проблема шоу то, что шоу ради шоу. А когда делают шоу, о, сейчас вот это будет, потом это будет, потом это, так сделать, чтобы все хорошо, правильно, там где-то люди, постойте, не мешайте, и вот, и это шоу делается, и они стараются так, ты ровно пойте, так, а-ля-ля, все выстроили, все поставили, свет включи вовремя, выключи, дым запусти правильно, и вот они все настроили, а цель шоу показаться, шоу это же, ну, как бы рисануться, перевод на русский язык. Шоу – это показать. Шоу – это массовое мероприятие. Рисануть. Шоу по-английски, шоу, шоу-ми, покажи мне. Ну, это да. Рисануться, показаться, выступить на сцену, прожектор осветил, все похлопали, с сотовыми телефонами посветили. И в конечном итоге, ради чего это все делалось, все это вдруг превращается в то, что только шоу показали, и все. А это не меняет людей. Значит, нужно изучать каждую форму, ее влиятельность, плюсы и минусы, и ставить в балансе на свое место в общем контексте евангелизации. Я вот так считаю. Я смотрю по нашим как бы друзьям из настоящего коммунистического настоящего, которое мы смотрим, в их управление нацией входят массовые шоу, которые они устраивают как показательные. Для чего? Для чего вообще существуют массовые мероприятия? Как они есть? Почему существует такое понятие, как массовая ментальность? Откуда это все есть? Это присутствует в нас, это все равно есть. Этим нужно просто правильно пользоваться. Это инструмент. Мы знаем это. Да. Люди это все равно не это индивидуальности, но они все равно в одной группе находятся. Это групповая. В церкви радость. Общность – это очень сильно, когда вот мы вместе восхваляем, это тоже как бы своего рода шоу, да? Но когда мы говорим о человеке принять решение в пользу Христа… Это качественность. Да, это не происходит, потому что мы на сцене стройно спели. И потому что кто-то попрыгал на сцене с флагом, а кто-то еще микрофон включил и лазерную пушку включил. Я первый раз в 91-м году участвовал в первом моем шоу, когда я видел за границей в Швеции Toy Story Maker, история делателя игрушек. Потрясающее шоу с лазером, впервые в жизни лазер увидел, впервые в жизни увидел настоящее американское шоу, это было в Швеции, я просто был, конечно, в шоке. И три человека там покаялось, или пять человек, было 1005 человек, 3-5 человек покаялось там, ну, как бы руки подняли помолиться. Вот. Я был, конечно, очень удивлен, почему так? Красивое шоу, и из-за чего это? Вы знаете, я думаю, что шоу нужно церкви, давай даже так, нам нужно выплеснуть адреналин. Но если церковь не научена приводить людей ко Христу, в моей церкви каждое воскресенье кается от 10 до 30-40 человек. Выходит вперед, кается, трудно сказать, кто из них покается. Mm-hmm. Выходит каждое воскресенье. Причина не в том, что мы делаем пригласительные листовки. И подчас, чем больше мы делаем листовок пригласительных, результат обратный становится. Mm-hmm. Люди устали от бумажек, буклетов, рекламы. Люди хотят прийти. Они приходят по одной причине, что их кто-то ведет за собой, да. И они принимают решение. Это правда, да, это действительно так. Вы знаете, есть такой, есть интересный феномен, он скрытый такой, это премудрость жизни. Вот китайские, скажем, христиане, их не видно, у них нет шоу, но они растут, прогрессия быстрее всех в мире. И где-то я читал такую статистику, что если один человек одного будет год приводить к Богу, а евангелист будет 1000 спасенных иметь в год, то на 20-м году эти уже, потому что геометрическая прогрессия, потому что тот же, кого привели, еще одного привели, на 20-м году они сравняются. А в 30-м году уже это будет в 70 раз или сколько уже у этого одиночки больше результата. Да. Вот что. Нужно, я думаю, что современные методы евангелизации, они самые лучшие, это когда люди в церкви лично приводит. Ты пришел на свое шоу, ты делаешь свое шоу, но ты подходишь к кому-то и начинаешь говорить за Бога. Сердце к сердцу. Вот то, что я это так уже называю. Это я просто... Это самый эффективный. Самый-самый эффективный. Потому что каждый человек хочет, чтобы он был принятым. Понимаете? И просто, чтобы кто-то его понял. Кто-то видел его нужду.
И не только это, чтобы показать выход. Вот это массовые, это прекрасно выходит. Но они хотят, чтобы кто-то хоть проявил любовь на личном уровне. И это очень сильно. Когда я вижу твою нужду, и начинаю просто говорить, слушай, все будет нормально, я стою с тобой. Будем молиться. И тот человек знает, что кто-то стоит рядом. Ну, вот это сильно. Великое поручение очень конкретное. Вот это сильно. Оно конкретное. Там не написано делать стадионы, и не сказал Иисус. Mm-hmm. Это было поручение, оно конкретное. Идите и делайте кого? Шоу? Учеников делайте. Mm-hmm. Конкретных учеников. А как сделать ученика? Это зацепить, чтобы он стал твоим последователем. Да. Ты знаешь, как он сказал? Идите и научите все народы. Не евангелизируйте. Не сделайте презентацию церкви, не сделайте увеселительную программу, а сделайте, просто учите. Вот это мне был интересный момент, учить чему? В смысле учить? Там два раза учить, по-моему, сказано. Он невежественный, он же грешник, чему учить? Не, иди учи, учи его. А все люди хотят учиться, все хотят, кто-то хочет научиться. Люди, им свойственно принимать, познавать, учить. Mm-hmm. Они все говорят, а ты как это сделал, а как это у тебя получилось, а ты mm-hmm. что сделал? Mm-hmm. И люди как бы впитывают учение, не презентацию. Та-дан-та-дан. Здравствуйте, сегодня мы вам презентуем нашу церковь. Наша церковь имеет детский отдел, у нас есть это, у нас пастор, вот такой классный. Приходите в нашу церковь, и вы встретите Иисуса Христа. Та-дан-та-дан. Вот, ну... Как бы этот, всем приходящим сегодня будет бонус. Бесплатная Библия. Ну, мы так делаем на телеканалах наших, я проповедую, и всегда ролики такие даем. Тем не менее. Потому что ни у кого больше такого нет. Почему мне не хвалиться моим Господом и моей церковью, если ни у кого больше такой фишки нету, никто больше не предлагает такого комфорта, такого продукта, как мы. Эффективности. Это классно. Эффективность всегда. Я вот смотрю как бы по всем церквям, потому что ездим много, везде, видим все. И не только церквя, то есть видим и сетевиков тоже, как они работают, как они берут методы церкви и используют. Я вижу по эффективности. Всегда, когда есть настоятель, есть настоятель. Наставляемый. Это всегда работает больше. Но когда есть еще и пример показать, смотри, куда смотреть надо, чтобы было вот эти вот горящие свечки, на них можно было куда посмотреть. Потому что настает такой момент, а с кого мне брать пример? Человек все равно хочет пример брать еще с кого-то. Я когда молодой верующий был, я хотел, у нас тут ничего не было, я смотрел американские клипы, американские театры, американские. Я видел, это наши братья и сестры делают. Я тоже так хочу, я тоже так могу. Это горит во мне. Я не знаю, где здесь никого нет, там есть. Я смотрел на них и здесь делал так. Таким образом, мое служение, оно подпитывалось в свое время. Сейчас я, конечно, смотрю и понимаю, что не все так просто делается, как оно есть. Но, тем не менее, выход. Я делаю большие шоу. Что это мне дает? Большое шоу. Это дает какие-то контакты, дает какой-то уровень, дает какое-то влияние на, может быть, на одного человека, но важного. Может быть, масса не покается, но важный человек на своем уровне примет решение и откроет двери для простых евангелистов, которые пойдут на личном уровне говорить. Или я прихожу в детский дом, мы делаем шоу, мы танцуем. Люди в восторге, когда, ну, как-то не странно, ну, сейчас еще тоже еще звучит такое, а вы еще верующие при этом? Говорит, да, мы еще и чемпионы мира. Вы чемпионы мира, да? А вы на телевидении общаетесь вот с Ириной Билек, со всем остальным? Да, общаемся, да, есть. А привет, передавайте, пожалуйста, им. И у них глаза горят, а потом мы садимся и разговариваем. Мы говорим, знаете, мы молились, и у нас произошло чудо, мы, ну, свидетельство свое личное рассказываем. Вот, говорю, личное свидетельство рассказываем, знаешь, я как покаялся, я плыла, и не могла, я помолилась, и я спаслась. Они, да, они выходят, и у них все. Да, это мишура. Театр – это мишура, мы всегда понимаем. Но как режиссер, когда ты вкладываешь что-то сверхзадачу, то есть это не просто у тебя показуха, мыльный пузырь, а есть сверхзадача, которую ты туда вкладываешь, и как правильный режиссер ты все выстраиваешь, то ты достигаешь цели своим даром, который есть. Потому что, ну… Один человек из христианского театра сказал, говорит, зачем я все это делаю? Говорит, эффекта, говорит, ноль, но, по крайней мере, те люди, которые задействованы, у них классное время. Они классно проводят время.
эффекта нет, но так они классно проводят время. Это так просто. Приспособлены к чему-то позитивному. Эффект, ну тут правильно надо выстраивать. Эффективность тоже. Да, есть личные евангелисты, они на личном уровне евангелизируют. Но когда ты это слышишь, ты думаешь, боже мой, лучше бы он молчал, чем разговаривал. Знаешь, или вот эти вот в автобусе становятся и говорят, дорогие друзья, личная евангелизация, ну и что, эффективно? Нет, ноль эффективно, это как бы дешевое. Дешевое везде есть. Да, но, вот у нас. Знаете, когда в церкви начинается делать попытка шоу, давайте пройдем это, давайте сделаем что-то. Оно часто всего чревато кончается тем, что оно такое неумелое, корявое, левое получается. И люди как бы нацеливаются, пастор учит людей, нужно вот это сделать, нужно это сделать, нужно программу сделать. Ты держи микрофон крепче, вы что, плохо поете? И наезд на людей, еще на свою церковь наехал за то, что плохо поют, плохо танцуют, световик не включил, микрофон зафонил, все, наорался на всех, все, и вот тебе евангелизация. Полуразочарованной церкви, обиженный хор, и людей ноль. Ты про кого рассказываешь? Да, 80-90% всех мероприятий. Я тебе говорю, после любой конференции всегда жди обратного эффекта. Зато конференция, она дает использование людей, где себя применить. Вот. Ну, это жизнь церкви, без этого не должно быть. Мы, братья, это должно быть. Новые формы используем. Может, они не новые, но не такие массовые делаем вещи, а клубную работу. Угу. Вот был футбол у нас, угу. Мы делали фан-зону в школьном дворе. Тысячи детей с родителями. Приехали пожарники на машине, шланги разматывают, показывают. Все мальчики захотели стать пожарными. Вот. И все это делала церковь. Мы угощали их всех, потом водичку давали. Там все. 30 кружков где-то было. Там рисовать на лице себе флажки эти украинские, все что-то, косички. И это работа. Каждый месяц мы теперь их собираем по субботам. Не зовем в церковь, но в территории церкви, в здании церкви. Они приходят, с ними опять играются. Уже каждый месяц новая тема какая-то. Сейчас на 9 мая хотим сделать клуб этих «Бархатный сезон». Называют, для пенсионеров, кому за 60. И они привозят кухню эти, значит, МЧСники, варят там кашу, мы будем раздавать эту кашу им там кушать, танцевать, вьется в тесной печурке лазо, там и всякие такие а песни, духовой оркестр городской будет играть, вальсы военные, вот, и вот такая, есть или нет? Есть эффект, потому что параллельно с церковными работают вне церковные, и потом люди это видят, видят нас, наши сердца, это площадка для работы от сердца к сердцу, как ты сказал. Я на своем уровне. Слушай, ну вот этих эгоистов, нет никаких там этих каких-то концертов, конференций, у них есть съезды их, нет. А еще какой концерт? Большие, да. Но когда мы говорим вот эти наши шумные мероприятия с лазерным шоу, с дешевым китайским лазером. Вот. И... Нашу денег хватило. Они стоят на каждом углу со своими журнальчиками. И вот они все как бы пришибленные, да? Но заманивают свою секту народ. Я смотрю и думаю, вот... Да не надо им делать рекламу. У них неэффективно. Это покупается. Поверь мне, их больше, чем вот нас. Они больше, чем нас. Они больше. Это потому, что у них масса. Откуда у них взялась масса? А у нас тоже больше масса. У них нацелено, поверь мне. Сынок, ты молоденький еще. Потому что они настраивают всех работать нос к носу. Нет, потому что у них порядок. Иди к людям и говори с людьми. У нас мы чаще всего, как пасторы, мы хотим организовать проект. У нас мы чаще всего, как пасторы, мы хотим организовать проект. Мы проектно ориентированы. Америка нас научила. Project. У нас project manager, у нас управляющий. Я что-то скажу насчет этого. Говори. Вот, допустим, мои цели, ну, допустим, давайте скажем, я уже здесь в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе уже 25 лет. Я помню 90-х годов, когда начали все эти как мюзиклы, все так захватывающие и прочее. Но сегодняшний день просто это прекрасно показывает, но как-то не цепляет.
Понимаете? Даже в моей церкви я им сказал, если не будет каких, ну, если я не увижу спасение людей через этого, тогда отдыхайте. Я этого не хочу видеть в церкви. Почему? Потому что мы развлекаем друг друга. Когда читаем книгу Исаия, 6 главу, написано, что при смерти Озия Исаия видел видение Бога высоким, превознесенным. То есть увидел как такое высочайшее поклонение. Я хочу вам сказать, это наивысшее шоу на небесах. Видел, и все прекрасно, получил спасение, очищение и прочее. И в конце вроде бы получил все, как, ну, как на богослужении, но он услышал что-то. Бог сказал, кто пойдет за нас. Mm-hmm. То есть при всем нашем служении, после любой служении в церкви, если не приведет людей к Богу, это ноль. Как бы ни было, вы знаете, классно шоу, свет, эффект и все. Если не приводит людей ко Христу, в конечном итоге, я хочу сказать, что это поэтому бесполезно. Позитив есть, да. Даже в шоу, потому что люди задействованы в церкви, да. они тоже получают удовольствие, да, от того, что, да, они что-то делают. То есть одно дело показать себя, и шоу, давай так скажем, если церковь шоу ориентирована, тогда это, конечно, проблема. Иногда шоу нужно, люди хотят себя показать, детки выступают, меня, ну, я, да, приезжаю в какую-то церковь, и там детки, на-на-на-на-на-на, а сейчас нам Машенька споет, вот я смотрю и думаю, ой, умиляется, мама там сидит вся вот такая, ой, моя Машенька поет. А бабушки какие счастливые, да, костюмы шьют. Но как культура, бы 80% вообще людей, которые не знают эту Машеньку, им зачем, ну, это? Да. А для них это своя семейный капустничек, когда все друг друга знают, и, конечно же, пусть Машенька лучше поет, чем сейчас там будет сзади ломать стулья. Это стимул, конечно. Мы же говорим о концертах, мы же не говорим массовые евангелизации, это массовое исцеление, это тоже. Там, где нет концерта, а есть массовое исцеление, это присутствует. Я вот был сколько на массовых евангелизаций исцелений, ни разу массовых исцелений не видел. Не на тех был. Нет, на всех был. В этой книге. В этой книге. Может быть, ты видел? Посмотри на Иисуса. Посмотри на Иисуса. Там происходит. Но массовых исцелений. Иисус же не говорил, что так завтра на 7 часов там где-то там у берега там реки или где-то Иордан, приходите, я исцелю слепого. Он все ситуативно делал. Он была делал нужда, массу. Он масса собирается в любом случае. Была на нужда, действие, он на экшен, на что-то живое, когда живое, оно приходит. А когда пустышка, оно никуда не приходит. А знаете, когда, так как я художник и рекламист, мне дали, я был в одной церкви, листовку дали. Он говорит, пастор, посмотри, ты вот художник. Я посмотрел, ну, класс, ну, все, класс. Он говорит, как тебе? Я говорю, ну, давайте посмотрим на вашу листовку, почитаем. Я говорю, давайте, кого она нам приведет? Так, если ты в депрессии, я говорю, я не в депрессии. Если ты больной, нуждаешься в чуде, я говорю, я не больной. Если ты устал от наркомании и алкоголизма, да ёлки, я не. И когда вот эту листовку мы прочитали до конца, я говорю, слушай, 98% людей ты сразу отсеял. То есть, вообще, я как бы вот, чтобы это совпало хоть по одному пункту, вообще очень сложный момент, чтобы это совпало. А еще несколько, вообще нереально. Это правда. И я говорю, а кого ты приглашаешь? А если я нормальный, успешный, бизнесмен? Да. Если я... Другую листовку надо. Да, если я состоятельный и доволен жизнью. Мне бизнесмен надо золотой пакет. Тебе нужен Иисус? Мы на стадионе, и приехали братья из Коростыня, с реп-центра. И выходит их 40 человек, и каждый рассказывает, как его Бог освободил от наркотиков. А у нас в Западной Украине нет столько наркоманов. У нас люди, ну, такие больше, знаешь, такие, и не бухают так, ну, как там. Ну, и все сидят и думают, ну, это вам и надо было спасаться, бы вы кололись. А я правильный, я хороший. А у нас все хорошо. Я хороший, это не мне это слово, это послание не мне. У них другая нужна, нужно другие делать. Как, интересно, каждая рыба клюет на свой, да, на свою поклевку. Говори. Да, я просто говорю о том, что Иисус сказал, что следуй за мной, и я сделаю вас ловцами. Да. То есть мы должны в самом деле, если мы хотим ловить людей, мы должны думать,
как мы должны, ну как, думать, как они думают, где они находятся. Потому что я вырос, я родился, вырос на берегу Атлантического океана, различные рыбы. И каждой рыбе нужно особый просто способ, конкретный способ просто ловить их. И какое время суток. Современные понимаете? Методы – это то, что актуально нуждам современного человека. Да. И в зависимости от так этого вот мы меняем формы. Этих современных формы. Людей всего 15%, таких как ты. А ты вот, прошел, говоришь? Я говорю, нет, я говорю про таких, как мы. Нас больше. Ты пойми, ты говоришь, современные люди. Так вы уже вас словили, уже что вас словить? Так нет, посмотри на людей, которые красиво так одеваются, и вот такие причесочки специально стригутся в салонах, таких мало, таких немного. Ты, конечно, да, смотришь вот на этот узкий, Это мои, да. Да, ориентированные. Это мы, потому что я знаю их, они знают меня. А все остальные них... люди, они нормальные люди, ходят на нормальную работу. Работяги. Они живут, они в шахты спускаются, они за станками стоят, они кондукторами работают. На них вот твое шоу вообще не подействует. А футбол? Что? Смотрят. Это наркотик. Тогда сделать шоу футбольное, они пойдут на футбол. Тоже методы. Ну, хорошо. Кому надо, как? Говори. Ну, допустим, скажем... Я, ну, кроме пастора, я занимаюсь еще и с прославлением. И есть такой вопрос, ну, банальная вообще проблема в церкви приходит. Как мы можем привести музыкантов в церковь? Я говорю, иди ищите, мы не знаем как. Понимаете? И я однажды... Музыкантов легко, я знаю. Дать зарплату, не сразу. Дать зарплату, сразу. Не бедные, не сразу. Ну, давай, а ну иду. Не давай, а ну иду. И что мы сделаем? Я играл на басу тогда, я басист тоже играю, вел прославление, а потом проповедовал. Я сказал, Господь, мне нужен просто человек. Бог говорит, иди ищи. И с женой мы шли куда? В клуб. Какой-то клуб. У нас друг, один гитарист, ну, неверующего. И мы присутствовали, послушали после этого. Я видел басист, такой классный играет. Я сказал, дорогой, я просто приглашаю тебя. Приходи у меня в группу, хочу. О, нет, слушай, я... А какое времени? Я сказал, ну, 10. О, нет, в воскресенье 10 не могу. Я сказал, ну, хоть один раз. Ну, нет. И после этого я начал говорить о Боге. Я сказал, у тебя есть талант? Ты посвящаешь людям, это прекрасно. Но я думаю, что можно посвятить Богу. Это самое-самое. Он принял расстание тоже. Второй раз тоже, где-то спустя полтора месяца. Тоже мы пообщались. Там, хочу вам сказать, Дима стоит, такая, воскурение. Ух. Вот тоже поговорили, послушал. Ну, они не послушали, больше ничего. Хорошо. Ну, тот день взял микрофон, спел, Моусис, вот это, Луис Амстронг песни. И так обрадовали, все нормально. И, ну, мы бы пришли, но у нас есть просто только один день отдохнуть в воскресенье. И все, мы были третий раз. И все. Спустя полтора года тот парень, басист, звонит и говорит, можно с вами поговорить, у меня проблем в семье. Жена ушла, я не знаю, что делать. Но тот день ты что-то сказал, это мне зацепило. Я хочу с тобой поработать. И хочу, что вы думаете, сейчас он играет уже 3 года. Просил, он работает в клубе. Вот, личная евангелизация. Личная, понимаете? И он привел своего друга, клавишник. Надо, сейчас они все служат надо, в церкви. Надо церковь настраивать. И поэтому хочу, чтобы я... На личную евангелизацию открывать каждого рот, человека. Открывать рот. Вот таких делайте шоу, нормально. Шоу развлекает, собирает, мотивирует христиан, там театр, спектакли. Классно. Эффекта мало, но движения много. Трат много, но... Нисколько это ему не стоило пойти и ему просто стучаться и стучаться к этому. Мне кажется, что если мы будем мотивировать людей все-таки продолжать стучать к людям, эй, открой дверь для Христа, да. Это гораздо эффективнее. Даже если шоу не будет, то это евангелизация. Я из писятников в Советском Союзе подпольно. Люди приходили, каялись, когда все было под запретом. И люди, когда шли в церковь, они знали, они попадут. Без шоу. Они шли, и никакого шоу не было вообще. Да, музыкальные инструменты еще были запрещены. Вот. Сейчас все вообще ломанут. И так артистов нету христианских. Так ты сейчас вообще антирекламу сделал. Не надо делать. А пасторы. Ты что ж это такое? А где же ты выступаешь теперь? Не, я за то, что все-таки у каждого есть свой дар, у каждого есть свое место. У пастора есть
личное, а у кого дар артиста, он должен выходить на сцену и там свидетельствовать своим даром. Друзья мои, на этой мирной ноте мы заканчиваем. Спасибо за ваше участие. Используйте любой доступный метод евангелизации. Ура!